Ну, это при Союзе, наверное, лет 40 или 50, больше даже. Тяжелые, да, очень неудобные. Ремонтировали, да, да, да. Вот наши сотрудники даже умудрялись завязывать, чтобы больной не упал. А вот поломанные, вот они, даже поломанные, пружины висят. Вот, посмотрите. Ну, сами латаем, сами все делаем по мере возможности. Как-то выходим из положения. Вот у нас есть этот, вот вы не поверите, давайте вот это самое, посмотрите, как они у нас спят, потому что у нас не хватает этих кроватей. Видите? Это кушетка, кушетка. Больные вообще здесь не должны здесь лежать, просто вынуждены. Карен, Эрик, Джим, Дэйв, Майк, Джон. Всем большое огромное спасибо за помощь оказанную. Биз биринчи, бизге алып келишти да. Жакшы болду да. Мындай кроваттар азыр баары сүйүнөт да. Кровать хорошая, удобная, намного лучше, чем старый подголовник. Можно приподнять, отпустить. Когда устает спина, можно в сидячем положении сделать. То есть спина не устает, и тело не устает на ней. И ночью сон хороший. Она как сделана, что для больных именно, вот что хорошая она, да. И готовь больной отруб, там имеется удобный, да. Где малгана? Плар отруб, где малыш, это в основном мягкость ночью. Күндүзү эме буну көтөрүп коесуң башчан жакшы жатканга кайра кечкисе жаткысы коюп жаткан удобный мага. Анан матрас ушу жумшак мурданкыларга караганда жакшы да. Мурун матрастар түрүлүп калды эле эме болчу азыр жакшы бар. Жеңил. Бийиктиги жакшы ушу өтө бийик эмес мурданкыларга карагандачы түшүп кайра жатканга оңой. Садишься, встаешь, губка сразу выравнивается. Нету такого, чтобы она просела. Встал. И сразу матрас становится ровный абсолютно, как будто на нем и не сидели. Как говорится, что все сделано идеально, да. Самое главное, что наши медсестры не будут теперь штативами ходить. Я был штатив вторая удобный кен, я штатив третий апкельбей, я штатив полного безгая удобный под то. А мы штатив второй рабочий. Бизге даяр болгонго жакшы болду да. Больнойлорго бияктан сайып, өзлөрүн тургузбай. Мурун эми чоң кроваттарды ары бери көтөргөндө белүү сооруп, кээде көтөрбөй эле мынтип жууп койчубуз да. Азыр ары бери жылдырабыз, жууп коебуз да. Ошонусу жакшы болгон. Минтип жылдырып, астын жууп, буту бар, ар бери жылдырганга, уборка алганга, эмелерин сүрткөнгө ошолор удобно болду, жакшы болду бизге. Мына силердин жардамыңар менен жаңылануу болуп атат биздин бөлүмдөрдө. ЮСАИД проектисине чоң ыраазычылыкты билгиземин. Бир эле мен эмес, бүт бейтаптардын атынан, жалпы борбордун кызматкерлеринен, администрация жактан ушул жаңы кроваттар жакшы шарт түзүлүп атат. Биздин өлкөбүздө
туберкулез менен ооруган оорулардын саны кыскарат, азаят. Ушу жеңгенге бир жакшы биз үмүт кылып отурабыз. Бул дагы болсо силердин кошумуңар. Соседи говорят, давай поменяемся. Все хотят на новую кровать, да. Как выздоровеем, выпишемся, потом передадим соседу по наследству койку.